Подрядчик, сорвавший сроки строительства детского сада на улице Молитовской, будет оштрафован. Об этом заявил сегодня мэр Юрий Шалабаев. Сегодня он во главе комиссии городской администрации инспектировал строящиеся объекты в Ленинском районе. Судя по тому, по плану производства работ по исполнению, то, что у меня доклад на оперативке, здесь же отставание. 26 рабочих, с учетом сроков, которые установлены, вы 2 месяца не нагоните. Это плохо закончится расторжением контракта, поэтому усиливайтесь. Хорошо. По срокам вы уже не убираетесь. Отставание понятно, почему происходит недостаточное количество рабочей силы и не вовремя заказанные материалы. В отличие от садика ЖК «Октава», где и культура производства работы, сроки соблюдаются, даже с опережением определенным идут. Но поставил задачу, во-первых, применять подрядчику штрафные санкции, потому что это его обязанность выполнять все в срок. И поставил задачу усилиться в рабочей силе. Кроме строительства детского садика, здесь будет благоустроена территория в плане асфальтировки, будет заменен земляной покров, будет высажена трава. В данном микрорайоне много-много лет никто не делал ничего в плане благоустройства. Безусловно, жители довольны тем, что теперь их микрорайон заиграет новыми красками. Красиво, наверное, будет. Устраивают здесь, территорию нам делают. Было ужасно. Вот видите, уже начали асфальтик нам выкладывать. Ждем, конечно, и здесь, что что-то все-таки нам сделают. А вообще все лучше и лучше.